у Андрея Маркова, и чехи овладели. Минута 15. 4 на 4 будут играть команды. Тенкрат. Отлично, Малкин перехватывает шайбу. Опасно. Ух ты, какой гол! Вынимайте, дорогие друзья. Евгений Малкин супер шайбу закатывает, демонстрируя ну просто филигранную технику владения коньком и недюжинной крепости нервную систему. Великолепный перехват, ну и дальше. Знаете, Евгений Плющенко, наверное, позавидовал бы такому катанию в этом эпизоде. Здорово, очень в средней зоне, во-первых, Малкин подкараулил соперника, перехватив шайбу. Ну а завершение было просто гроссмейстерское. Как говорят, по-бобровски сыграл Евгений Малкин в этом эпизоде. Ну просто у чекмамика не было ни единого шанса здесь спасти свою команду. Браво, Евгений! 4-0! Сначала показал он вратарю всем видом, что будет убирать шайбу вдоль ворот, покатится. И в последний момент изменил направление, прокатился за воротами и отправил шайбу в пустые.